Это Иван. Он хотел бы сводить свою девушку в кафе, где они хорошо проведут время в приятной обстановке. Это Катя. Она работает в центре города. Сейчас у нее обед, и она хочет вкусно, быстро и недорого покушать. Это Илья. Он творческий человек и любит попробовать все новое и необычное. Но в Кургане Илья знает лишь привычные столовые, блинные и суши-бары. А это Штрули. Теплое и уютное кафе. Главная фишка заведения – это авторская кухня. Здесь изобрели множество способов приготовления вкуснейших вафель. Вы скажете, что вафли – это исключительно десерт? Нет. Салат или горячее с сочетанием вафель приобретает новый, удивительный вкус. Иван и его девушка оценят теплую и уютную обстановку кафе, а также специальные места для влюбленных. Удобное расположение в самом центре Кургана и выгодные цены не оставят равнодушными Катю. В Штрули вы можете выбрать готовые блюда из меню или воспользоваться конструктором и создать собственное блюдо сами, что придется по душе Илье. Здесь каждый сможет вкусно перекусить и хорошо провести время. Вафельный бар «Штрули». Авторская кухня для особенных людей.